Здравствуйте, я поработаю. Работаю, занимаюсь правом. Кто ты такой? Сынник. Сынник? У нас все оформлено, что ли? Нет, ну я вот. Все оформлено. А? Все оформлено. Значит, что? Приемную надо тебе? Да. Здравствуйте, я еще один вопрос. Тут, вот, да. Да. Обучение еще просто. То есть работу найти сейчас не могу. Туристические специальности, потому что мне не хватает квалификации в этой области. Ну, то есть мне, наверное, надо заочно как-то закончить все эти специальности, что-то такое. Но это не суть. Но в принципе я готов к работе. Сейчас я уже занимаюсь. А где работали? Работал теоретиком, в хоровой капелле работал. Ну, я вокалист. Немножко мусор. Заканчивал как хороик и как теоретик. Владею инструментом, продолжаю заниматься, квалификацию получаю. А на сегодняшний день вы вообще нигде не работаете? Пока, да, работаю. Какого вы года рождения? 84. Я без вредных привычек, то есть я продолжаю заниматься, у меня целеустремленно, у меня свои претензии к себе, так скажем. Понятно. Ну, у нас вот пока на сегодняшний день, конечно, штат укомплектован полностью. Поэтому у меня, собственно, два вопроса было. Первый по трудоустройству, а второй вопрос, как вы уже находите, по обучению. Потому что я, когда я обращаюсь, везде, я так понимаю, что как бы по мелочам, так сказать, концертмейстеры, они везде есть свои, как бы, да? А такие концертмейстеры, которых ищут, которые спрашивают, там сразу спрашивают, что образование пианистическое и среди специальных хотя бы. А у меня такого нету, у меня есть, ну, такой квалификации нету, у меня есть диплом
ну, я заочно закончил по интернету курсы, они не считаются такими, видимо. Ну, то есть, мы уже сидим специально конкретно. Ну, на основе высшего образования. Ну, так вот. Ну, то есть, хотя вроде бы, ну, хотя вроде бы говорят, в интернете говорят, что там должно все сойти, все должно подойти, но де-факто им нужно, ну, то есть тем людям, которые ищут работу, им нужно либо высшее, либо среднеспециальное, либо курсы повышения, которые очные курсы повышения, ну, эквивалентно среднеспециальное образование. Вот, поэтому, собственно, второй вопрос у меня был по обучению, как можно у вас какие-то курсы были, концертмейстеров были. У нас проводится тоже музыкальный колледж. Музыкальный колледж. А у нас специально студенты есть. Вот у нас библиотекари, ДБИ, оркестровые только и народные инструменты. Ну, театральные, да. Ну, как композитор я любитель, и как музыкант тоже это получается. Если что-то на данный момент я без работы, в общем, совсем, поэтому если хоть как-то можно сотрудничать или что-то вас интересует, могу подыграть где-то там на свадьбах, похоронах, как говорится, или что там, да. Все что угодно, мне сейчас нужно как-то заработать, за что-то ухватиться, может что-то начать и так далее. Понятно. Вот, поэтому такая вот. Готов работать, то есть, в принципе, если заниматься, если... Вы нам резюме это свое отправляли, да? Да, отправлял, по-моему, да. На сайт? Да, да. На почту? Да, по-моему, да, да, нет, отправлял. Вот, и если что, то есть, в принципе, готов начать, как я сейчас, наверное, не смогу так это полностью. Я читаю с листа, играю тоже, занимаюсь, то есть, в принципе, владение навыков у меня нормальные, высокие. Понятно. Вот, поэтому, если что, какой-то материал я его освою, и осваиваю буду быстро, потому что у меня, собственно, занятий, кроме того, я холостой, как сказать, одинокий на данный момент, потому что пока, ну, у меня свои, да, не важно, поэтому времени у меня много, я нацелен, так сказать, на труд, это у меня главное, все, сейчас пока. Да неужели у вас нету вакансии, ты нас снял? Мне есть... кажется, можно вот в дом творчества. Ну, если есть у вас, так давайте. С удовольствием рассмотрим. То есть, как бы, ну, нету, я звоню. Ну, если у вас знакомы, ну, как бы, что-то, если... Ну, вы оставите свои контакты, да? Да. Ладно, хорошо. Потому что нету вакансии. Но я еще сейчас, конечно, не обходил, еще все. Еще раз я, конечно, попробуйте поменять что-то в жизни. Не обязательно же фортепиано. Ну, что-то другое. Ну, у меня цели такие, зачем мне менять это? У меня цель такая. Жизнь-то и одна, а цель-то. Это может женщина можно менять, а если ты мужчина, надо добиваться, вот именно. Дорабатывать, достигать. Вот поэтому я готов, собственно, к труду. Понятно. Хорошо. Вот. Но пока у нас на сегодняшний день все круто. Я понимаю, понял. Есть, да. То есть это, если что, на подхвате или что-то такое, да, что. А вы в театр еще обратитесь, не смотрите. Да я обращался. Но я лично, на меня смотрят как на хоровика, и как я без опыта работы, человек без работы, так сказать. Да. То есть опыт работы как пианист. Сейчас я у меня вообще сейчас. Сейчас я уже возьмусь за все, что угодно, но у меня сейчас пока нигде нету места вообще. Мне кажется, да, вот лучше бы это вам театрское. Ну, смотреть хор, филармония. Ну, там все, я уже ходил, там все, свои места все заняты, у меня еще раз. Талмас куда-то вот выиграть. Ну, я туда обращался тоже. Там, тоже вот наши работают совместители. Может быть, ну, что-то вот возникнет там, кто-то не пришел. Аккомпаниатор? Вот утром как раз работают. А, педагоги? Угу. А, танцеватели, да. А, по утрам, хорошо, а сколько они там, я зайду обязательно, хорошо? Зайду обязательно, ну, часов 9, конечно, да, они там бывают. Да? Утром по утрам работают, так что нам прибегают. В идеале мне бы сейчас за концертмейстерство ухватиться, и я бы в этом развивался, бы держался. Ну, да, конечно. Пока, да. Пока все схватился, слово музыкальный руководитель, пришел работать в садик на какой-то, ну там, был когда кризисный год все закрыто было. Пришел чуть-чуть
Ну, в общем, там не сошлось, там нужны дворники всякие и так далее. А там в интернете ты смотришь, да, потом? Ты постоянно, да, смотрю, вот, поэтому вам отправляю тоже сразу. Да, поэтому, да, если что, в общем, приду, да, да. В общем, по композиции тоже какие-то, может быть, что-то вам, песни, может быть, что такое, тоже как-то руку набиваю, какой-то опыт имею, сочинять. Ну, у меня как-то все больше джаза, блюза. Я изначально-то, ну, не важно. То есть со стороны гармонии я тоже знаком, все цифровки, ритмички читаю, да? Ну, да. Ну, нет работы, конечно. Ну, да, да, да. Я всегда мыслю как классик просто. Но если что, это, я понимаю, более популярно, я думаю, может прокатить. Сам-то я как классик тоже, да. И даже видно, да. Ты поняла, главное, хорошо. Да. Будем звонить. Вот, тогда. Поэтому. Да-да-да, спасибо, вот, что дали, так сказать, на, ну, это. Да, скажу кстати, туда, информацию, да, еще раз. Все равно движение всегда есть. Ладно. Движение, кто-то в декрет уходит, кто-то на пенсию, кто-то на почту. В общем, наоборот. Имейте меня в виду, в общем, потому что у меня есть, собственно. Кое-какая литература, в принципе, я могу тоже оставить. Я на нее не наседаю, потому что я сейчас не знаю, за что мне сейчас. Какая работа будет, может, педагог будет, может, за что схватиться, не знаю, это, собственно. Поэтому зарабатываю, собственно, свою классику, зарабатываю. Вот. Если то, что мне дадут, это я буду работать то, что надо. Понятно. То, что надо, да. Хорошо. Вы сходите все-таки поговорите. Хорошо, спасибо большое. А вы зам фортепианово, да? Вот поэтому очень приятно. Вот. Да, в общем. Понятно. На данный момент теория музыки и так далее. Ага. Сегодня специальный теоретик, выше ДХО и дополнительное образование, которое. Собственно, никто на него не смотрит, тем людям, к которым я обращался. То есть им нужен опыт работы, либо что угодно. То есть если вас спрашивают, а у вас опыт работы? Опыт работы нет, а я такие, ну тогда, как бы, а у вас это, в интернете получено образование, опыта работы нет, как бы, не очень так рассматривают, да. Понятно. Вот, поэтому, ну да. Ну я сам постоянно занимаюсь, поэтому. Ну ничего страшного, я готов, собственно, к переменам, поэтому если у вас какие-то курсы есть или что, я тоже очень готов пройти, или я как-то, ну, что-то по работе, что-то еще сказать, да. Можно, да. Ладно. Ну хорошо, ладно, понял. Спасибо большое. Потом еще пара целая. Какая пара? Целая пара у нас. Пара.